вашу поддержку, с вашей помощью мы довезли вот это все в этой машине. Это все с одной машины. Вот. Пацанам помогли. От, как у тебя? Гражданская помощь город Наро-Фоминск. Гражданская помощь Наро-Фоминска. Вот, они загрузили машину. Мы еще там добавили сетку. Вот. Пацанам пару штук привезли. Сетка сзади меня стоит. Ну, оставь, пусть это. Пацанам пару штук привезли. Там еще другие бригады отвезли. Так что вот оно так. Вам что-то еще, в принципе, надо? Это спасибо телеграм-каналу «Молдавский сепаратист». Это во-первых. Во-вторых, как бы нам не помешал бы автомобиль, какая-нибудь там Нива, Патриота, что-нибудь. И очень спросом пользуются на передовой. Это квадрокоптеры Mavic 3, Mavic 3T, комплектующие на них. Вот, ну, третий комбо с тремя батареями. Да, третий комбо. Ну, это комплект, да, комбо идет, чтобы там батарейки были, как бы, да. Вот. Это нам очень нужны для победы. Я надеюсь, то, что в принципе сепара мы постараемся, и следующую поездку, в следующем месяце, мы, как вариант, сможем помочь пацанам. Вот. Так что меня тоже просили вас обнять, брат. Да. Вот, спасибо за вашу работу. Вы лучшие. И победа. Храни будет вас за Бог, нами, ребят. Спасибо. А мы с вами. Да. До победного. Приветствуем вас. Мы сейчас приехали к ребятам, привезли гуманитарную помощь, то, что собирали, закупали по спискам. Огромное спасибо всем, кто помогает нашему телеграм-каналу «Гражданская помощь. Город Наро-Фоминск. Тюмени». Все по спискам привезли. Ребятам передали квадрокоптер, рации, там в коробках коллиматоры мы показали, пауэрбанки, генератор. Генератор. Спальники, пятиточечники, сети, ну, все, салфетки, газ, все, что ребята просили, вот тактические фонарики, все передали. Спасибо. Спасибо огромное. Гражданская помощь города Наро-Фоминск. Очень благодарим вас. То, что вы не оставляете нас без внимания. Нас эта гуманитарная помощь очень нам помогает. И победа будет за нами. Спасибо огромное. И девочки еще вот передали. Ребята сказали, что очень. Да. Говорят, вот это да. Как бы, вот, передаем. На передовой как бы очень удобно. Во-первых, это очень, ну, легко как бы переносить все это. Спасибо. Спасибо, спасибо девочкам Плаксина, Любанова. Всем-всем. Девочки. Девочкам. Игрушечки привязаны. А это с Тюмени, да, делали своими руками. Мы на все рюкзаки вот так вот вообще нам тюменщики. Девочке помогают. Сколько лет было? Там не дело, там делали. Которая привязывала это. А девочки 12, по-моему, наши тоже помочь из волонтеров приходили. Вот, так что, ребят, огромнейшее вам спасибо, что помогаете. Все, да, вот. Ну, ребятам, конечно, тяжело, но держатся, не знаю, всегда хочется помогать. И как вы все просили, я всех обнимаю, ребят. Храни вас Боже, ребят. Мы всегда с вами. Мы всегда вместе. То есть всегда чем сможем, поможем. И спасибо, вот нас снимает наша группа «Молдавский сепаратист». Приехали тоже. Спасибо вот огромное Паше, что приехал с нами, помог. Машину предоставил. Вообще, спасибо. Да, спасибо огромное. Огромное спасибо сказать храму преподобного Сергия Радонежского и Центру помощи Покрова. Спасибо вам большое, вы очень помогаете, очень выручаете ребятам. Нужны эти очень необходимые массети, пятиточечники, волокуши, стропы. Это все как бы мы развозим по всем позициям, делимся. Спасибо вам большое, вы очень помогаете ребятам. Да, мы благодарим от лица разведывательной роты. Выражаем благодарность за всю гуманитарную помощь, которую вы нам предоставили. Спасибо вам огромное. Спасибо. Победа будет за вами.